Всех приветствую на Flagman Shop. Сегодня поговорим о высококачественных крючках серии Grand Feeder в 4 и 5 серии. Ну а для тех, кого заинтересует, ссылка на интернет-магазин. Итак, крючки Grand Feeder. Это премиум-класс крючков от компании Flagman, предназначены для фидерной и поплавочной рыбалки, даже в самых тяжелых и ответственных моментах и рыбалках. Что я подразумеваю под сложными рыбалками? Это когда каждая поклевка на вес золота и очень важна, это в режиме соревнований, или когда у вас есть какие-то небольшие соревнования с вашими коллегами по рыбалке, и каждая поклевка, вы хотите все реализовать. Вот и эти крючки, за счет того, что у них бронзовая проволока, за счет того, что проволока не лопается, а немножко так пружинит, разгибается, она может удержать даже самые резкие рывки крупного трофея. И жало у них всегда максимально острое. В серии Grand Feeder уже существует 3 серии. Для тех, кто не видел данный обзор, будет ссылка в описании, можете посмотреть. Сейчас появилась 4 и 5 серия, о каждой я расскажу более подробно. Итак, серия номер 4. В нее включают на данный момент 3 размера. Это 10, 12 и 14 размер. Данная серия крючков лучше всего подойдет именно для ловли рыбы со дна. Это когда у вас ожидание порядка 2-3 минут и ловля происходит на реке. Для таких условий крючок должен повернутый быть вовнутрь, смотреть жало и немножко в сторону. И за счет своей хитрой такой формы он очень хорошо показывает результат именно в ловле леща, крупного карася и даже карпа. Итак, у меня в руках сейчас крючок 10 размера. Это крючок, который предназначен для ловли небольшого карпика, то есть такого до 1,5 кг, если у вас вдруг там клюет, например, где-то на реке, на Десне попадается, на Днестре в Одесской области, на одну кукурузку, либо на большое количество червей, опарышей, то есть на такие объемные насадки с долгим ожиданием. Это 10 номер. С 12 номером можно уже смело использовать как пучок мотыля, там 5-7 личинок, так и делать своеобразные бутерброды, добавление опарыша, пинки, либо кастера. Также сам будет отлично подходить для 3-4 опарышей на крючке. И 14 размер крючка. Это больше подходит под 3-5 мотылей, либо 3-4 пинки. То есть более аккуратные насадки, и сам крючок маленький и очень такой довольно-таки упористый, и если будет активно рыба клевать даже маленького размера, он отлично будет засекать. И многие спрашивают, какой крючок вы посоветуете на густеру, например, на Десне, либо вот на сильной реке, когда у вас кормушка составляет порядка 120-150 грамм, и за счет поклевки тонкие крючки могут разогнуться. Если будете использовать Grand 4 серии в 14 размере, то практически все поклевки у вас будут реализованы. Это действительно проверено. И переходим к 5 серии крючков. В нее включают на данный момент 3 размера. Это 14, 16 и 18. Данные крючки имеют форму, ну, для многих она считается классическая, называется она соды. Имеет тоже бронзовую проволоку и очень-очень тонкую. И крючок не загнутый вовнутрь, как 4 серия, а более открытый. Это лучше подойдет для ловли рыбы в толще, на длинные поводки, когда мы используем поводок 1-1,20 м, ловля плотвы. И можно использовать на более мягком месте, то есть когда у вас муляка, стоячий водоем, и можно крючок более открытого использовать. Потому что если мы будем данный крючок использовать на реке с сильным течением, то после 2-3 забросов у нас будет просто приходить жало, немножечко затупленное, потому что открытый крючок постоянно имеет контакт с дном, очень грубым. Так что если мы ловим в настоящем водоеме, то используем 5 серию крючка. В 14 размере можно ловить смело леща под леща, этот крючок выдержит аж на бегом. И насадки у меня доходили от 7 и до 10 мотылей, либо 2 небольших червячка, либо 4 крупных опарыша. В 16 же размере этот крючок больше универсальный под соревнования, так как можно использовать и 5 мотылей, и 3 опарыша, и пинок 4, и даже если мы будем использовать 2 пинки, либо бутерброд, одна пинка на цевье и 3 мотыля, то отлично будет себя показывать.
Ну и поплавочную ловлю смело можно использовать практически на все виды рыб. И 18 размер крючка лучше подойдет для ловли с одной пинкой, тремя мотылями. Что хочется подрезюмировать, что есть еще новинки крючков, которые подходят для реки с сильным течением и агрессивным дном, и для стоячего водоема с сытым жалом. Так что, кто еще не попробовал данные крючки, смело пробуйте. Пишите в комментариях, какие вам крючки больше всего нравятся. Не забывайте активировать колокольчики, ставить лайки. С вами был Алексей Пугач на Флагман Шоп. Всем спасибо, до скорых встреч!